Друзья, всем привет, с возвращением или добро пожаловать на канал DD Players 813. С вами сегодня Данил и моя жена Даша. И я вообще абсолютно не понимаю, что сейчас будет происходить. А я объясню. Сейчас мы играем в Battlefield 2. То есть на фоне грядущей Battlefield 2042 я хочу показать Дашке, как будет выглядеть одиночная игра. То есть, короче, теперь что меня радует. Грядущая Battlefield не хочет быть похожей на Call of Duty, и это очень правильно. То есть теперь можно также вот спокойно запустить игру и рубиться против ботов, если ты не хочешь играть в сетевую с реальными игроками. Хорошо. Не люблю играть с живыми игроками. Сарямба. Да. Сарямба, но не люблю. Ну, ты просто не... Ух ты ж, блин, вот понеслось. Кстати, блин, как приятно сейчас, вот даже в 2021 году, играть во второй Battlefield. Без всяких модификаций и всего. Тебя убили? Да, убили, но, скорее всего, медик ко мне не подойдет. Вот я теперь... Ну, короче, смотри, видишь, у нас у классы. Спецназ, снайпер, штурмовик, пулеметчик, инженер, медик, антитанк. Однако, единственное, как я понял, в Battlefield 2042 этих классов не будут, там будут, типа, специалисты. Ну, он, короче, ну, типа, персонажи со своими уникальными способностями. Мне кажется, это глупо. Хотя, посмотрим, может выйдет что-то и хорошее. Ну, вот, например. Это, зараза, не успел. Не умирайте, сволочи, не умирайте! Спасибо. А то это получается сейчас с ботами. Это да, с ботами, но я тебе специально показываю, как будет все это выглядеть. Хотя, честно, я не знаю, сейчас сервера Battlefield 2 действуют или нет. Ребят, если кто в курсе, напишите в комментариях. Может, честно, поиграть в нормальный мультиплеер с другими игроками я бы хотел. Очень бы хотел. Так, вот сейчас мы захватываем позицию. Видишь, вот у меня правый верхний экран, там символика флага. Но опять же, в новой игре будет немного по-другому. Хотя нет. Там даже, по-моему, не немного, а сильно так по-другому. Отвалите от меня нафиг все. Почему вас тут так много, Гады. Ладно, медика мы тебе показали. Давайте еще чем покажем, да? Так, давай спецназ. А чем спецназ отличается от штурмовика? Потому что у него есть вот такая штука, называется С4. А у штурмовика? А у штурмовика подствольный гранатомет. Угу. Ну, опять же, говорю, конечно, в грядущий Battlefield вряд ли что-то похожее будет. Ты что, пацан? О, спасибо, подлечил меня пацан. Лечит. Ладно, попробуем снова захватить позицию, если получится. Но не факт, конечно. Так, начнем вот так. Вот вам подарки. Если кто сюда пойдет... А, он уже пошел. Неплохо, неплохо. Да что ж вы все лезете ко мне, а? Что ж вы все лезете? Вы просто боты. Не лезьте ко мне, пожалуйста. Прошу вас. Да не лезьте ко мне, уроды! Отвалите все! Убили тебя. Блин, ножами, дефибрилляторами, всем, что только можно. Ну кто на что гораст. Ну да. Че, давайте покажем штурмовика. Ну, давай. А, погоди, кстати, у нас на базе есть... Ну, еще одно доказательство, что боты тупые, и у них тут целый танк стоит. Ладно, один бот решил поумничать. Чтобы нырнуть, в смысле нырнуть? Не, этот не увидел. Ты че, не видел? Да там надпись какая-то.
Вот дурак, он сбил своего же. Дебилы боты. Хотя иногда игроки бывают не лучше. Ага. Так, а вон там противник. Твою мать, уходим. Там долбанный танк. Есть в комнате ракета? Кто-нибудь, дайте ракету. Ракеты нет. Ладно. Поработаем медиком. Только вражеским. Ну, я взял в смысле их оружие. Да вы дебилы, что творите? Уйди от меня. Ну, хоть гранату успел кинуть. Нормально, блин. Нас тут воскресили. Как-то не совсем удачно. Да что по все. Да блин, сразу у него пистолет оказался разряженный, прикинь. Дожили, мать их. Валим сюда нафиг. Отвали от меня, придурок. Зарубите вы его нафиг, вы что, с ума тут все подходили, что ли? Зарубили уже. А вот он, подарунки, гады. А, блин, там свои. Да пофиг. Абракадабра, мать ваша. Не сработало. Не а сработало. Что тут надо сделать, я не понимаю. Короче, мы захватываем здесь вот эти позиции, видишь, на карте. И посмотри на правый верхний угол. Видишь, где цифры 111, 88? Но. То есть, у кого эти цифры, что называется, возрождение кончится раньше, тот и проиграл. Ничего непонятно. Чё тебе непонятно, блин? Захватываешь позицию, чтобы у тебя эти числа не отнимались. Чем больше ты удерживаешь этих флагов, тем больше ты сохраняешь возможность выиграть, а противник быстрее теряет свои билеты. Чё непонятно? Всё непонятно. Ты лошара. Сам ты лошара. Я, да, я хоть признаю это. Ты задрот. Я? Ты посмотри в интернете, что творили люди в Battlefield 3. С этим, как его, на самолетах. И ты поймешь, что я еще так, даже не задротенок. Да вашу мать. Задрот, задрот. Ага, кто бы говорил. Так, кто меня обогнала сейчас по уровням на 23 уровня. Ты сам не играл. Ты виноват. А ты задротила, получается. Вот. Я не задротила, я просто играла по чуть-чуть. Да-да-да-да-да. Кто бы тебе поверил? Да-да-да-да-да. Иди нафиг, а? Не пойду. Иди нафиг. Не пойду. Ну нафиг иди, блин. Ладно, пойду, но во вторник. А хотя нет. Мне назначили рабочий день на понедельник. Кстати, ребят, да, мне назначили рабочий день на понедельник. Праздник, да? Не, не слышал. Лошара! Ну, хотя я тоже работаю в понедельник. Кто бы говорил? Кто бы говорил? У меня работа подразумевает, что я могу выходить в выходные дни. Ну и вот у меня тоже, так что не гони меня тут. Да рубите вы их нафиг. Уйди от меня. Тут псих, дефибриллятором меня хотел грохнуть. Неадекватный. Ах! Зараза, вот думал. Сам всегда мне говорит, не лезь на рожон, не лезь. А сам, блин, подпер, так, как танк, блин, сам. Так ты-то лошара, а я-то могу. Ой-ой-ой, как мы заговорили-то. Да, ты-то лошара. Ой, как мы заговорили. Так, что, это наш танк? Так, танк, прикрой меня, пожалуй. Ой-ой-ой. Едет. Едет на нас прям, гад. Сволочи. Так тебе и надо. Ну да не выпендривайся, а, лошара. Показывай тебе другой класс, противотанковый. Сам ты лошара. Я? Да, я признаю. Но ты больше. Нет. Да? Нет. А я говорю, да? А я говорю, нет. Чё мне, чё? Сука, он гранату кинул, я видел. Ушел. Смотри-ка. Получилось. Успел. Так, ладно. Эх, господи, боже мой.
Как же это приятно играть в Battlefield 2 на максималках 17 лет спустя. Но причина даже не в этом. Это как его... Все-таки мульти... этот... Battlefield 2 в какой-то степени даже считает именно эталонный. Да уйди ты, придурок! Наверное, ты только так считаешь. Если честно, да, тут как-то... Ну, система такая более, что ли, этот, адекватная. А тем более после выхода вот Battlefield 1 и Battlefield 5. Это вообще кажется просто, наверное, не знаю, вершины Battlefield. Ой, мне это ничего не дает. Ну, я тебя понимаю. Никогда в жизни не играла в твою мать, а? Серьезно? Даже не дали я разок по танку стрельнуть. Ну, спасибо, блин, большое. Так тебе и надо. Ой, не тренди мне тут. Еще и злорадствует. Да. Погодь, 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 не убивай его. Себя спасибо убили. Спасибо тебе большое, свои же. Свой же и задавил, молодец. Еще и написал, извини, шеф. Вы уроды мамины. Капец, спасибо, блин, большое. Я тебя сейчас взорву, козел. По вражескому танку не стрелял, так вот по твоему. Не стал договорить. Ладно. Ты его не взорвал. Да, ну игра ладно, это все, конечно. Это все, конечно, как его, такое лирическое отступление для нашего плейлиста Старое Добро, но тем не менее. Самое главное, что вот примерно такой образ действий тебе предстоит в новом Battlefield 2042. То есть, не хочешь играть с игроками, вот, настраиваешь карту, играешь с ботами, а там будет 128 игроков, что называется, вместе с тобой. Плюс, все разрушится. Короче, я готовлюсь к тому, что я буду постоянно дохнуть. Нет, если с ботами. Плюс там разрушается здание, там торнадо прилетит какой-нибудь, или песчаная буря. При этом ты можешь использовать всякую технику, вертолеты, самолеты, танки, машины. Так что, честно, если вот действительно, как указано, что одиночная игра для Battlefield 2042 будет выглядеть именно так, вот как вот, например, в Battlefield 2, блин, то это классно. На такое я согласен. Согласен. И ты на такое будешь согласна, не гони мне тут. В зомби играешь, в сетевую и так далее. И тут тебе понравится. В сетевую так, я не играю почти. Угу, но в Halo ты играешь? Раз в пятилетку. Ну, в Halo ты играешь? Так тоже в Halo не так часто. Ну вот, воспринимай это образно как стандартный мультиплеер. Хотя это, судя по трейлеру, будет не стандартный мультиплеер, и это очень даже хорошо. Короче, посмотрим. Надо ждать выхода игры. Да, и я думаю, я, конечно, мы сделали, конечно, видео, где выражали наши опасения по поводу того, что Battlefield 2042 будет на PS4 и Xbox One. Не думаем, что это будет хорошо, но, в принципе, будет возможность ведь поиграть в бета-тест. То есть ее протестировать. А там уже решим, будем брать ее или нет. Ну, или подождем, пока возьмем новую консольку. Да, может быть и так. Но все равно, первичное мне не надо иметь, так что, поэтому, я думаю, мы попробуем. Ну все, ребят, спасибо за внимание, спасибо, что были с нами. Надеемся, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Комментируйте, подписывайтесь. И до новых встреч. С вами был канал DDPlayers813. Всем пока. Пока-пока.